еще один парадокс. Парадокс Нового Штата и парадокс Оклахомы. Парадокс Оклахомы. Как уже упоминалось, в 19 веке часто США расширялись, а Оклахома даже в начале 20 века вошла. И, соответственно, каждый раз становился вопрос, сколько мест давать Новому Штату. И, соответственно, как-то разные способы он решался. Вот. Но с Оклахомой внезапно сказал следующее, да, что вот Оклахомы вроде дали сколько нам, да? Соответственно, суммарное представительство всех остальных штатов не поменялось. Но потом как-то пересчитали, и оказалось, что одно место от одного штата пришло к другому. От того, что добавили Оклахому. То есть это получается, что при добавлении нового штата и увеличении марш, соответственно, значит, меняется соотношение между другими штатами. Меняется соотношение между странами штатов. Как это может быть? Похоже на парадокс Алабамы. Может быть такая ситуация, что у них примерно одинаковые дробные части. Да, пусть теперь так будет так, как я вначале написал. Значит, пусть будет 3.33, 3.32. 5.38. Значит, тогда сумма получается 12. И аккумуляция будет так, что здесь будет 3, 3 и 6. А теперь добавился новый штат, который как бы в старом масштабе был, скажем, чуть-чуть больше двух. Новый получился 2.2. Но общее число 14.2 не может быть, поэтому общее число будет 14. И тогда новое. И вот эти вот чуть-чуть уменьшится. Соответственно, будет 3.33 умножить. Значит, на что можно умножить? На 14 делить на 14. Вот так вот будет. Соответственно, здесь 3.32 умножить на 14 делить на 14.2. А здесь будет 5.35 умножить на 14 делить на 14.2. И, соответственно, здесь будет 2. Ну, то же самое, да, в общем, 2.2. Теперь что же происходит? То есть, ну вот здесь понятно, здесь останется 2. Но здесь опять же, как бы вот здесь вот эта дробь умножается на 3, а вот это умножается на 5. И, соответственно, получается, что вот это вот уменьшается 7. Что вот это вот уменьшается 7. Вот. Но если я не ошибся точно в числах, то должно получиться, что здесь теперь будет округляться вниз 5. Ну а из этих двух вот это будет округляться вверх, ну а это по-прежнему вниз. А, соответственно, 4, а 3 будет по-прежнему. Ну и получилось, что от того, что новый штат добавили, одно место утекло вот от этого вот. Вот. Но если здесь на самом деле получается, то добавьте здесь еще одну значащую цифру, да, точно получится. Да, здесь 333, 300. 2 и 335 тысячных, там уже точно помню.